Главой Кинешемской администрации стал Андрей Чужбинкин. Такое решение было принято на заседании городской думы. Всего на рассмотрение было предложено две кандидатуры – Юрия Тимошенко и Андрея Чужбинкина. Последний, находясь в должности исполняющего обязанности главы администрации, уверенно обошел конкурента. «Постараюсь сделать Кинешму лучше», – написал в Твиттере Андрей Чужбинкин сразу после своего избрания.